Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня ее веду я, Михаил Горин. Со мной в студии адвокат Илья Вайсберг. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Что называется, живой отклик получил в сети, в социальных сетях, да и в прессе тоже, видеосюжет из Иерусалима. Там на рынке полицейские задержали женщину за то, что она не носила маску, что является обязательным. Насколько обязательным, почему, мы еще поговорим на эту тему, уточним. Были большие споры по поводу того, что в действительности произошло, потому что сначала появилась только часть этого сюжета, где происходит само задержание, достаточно жесткую, на женщину надевают наручники. А потом полиция сказала, что все это было не совсем так, выложила полный вариант того, что происходило. Там действительно сначала женщину уговаривают пройти в полицейский участок для того, чтобы ей выписали штраф, она отказывается, и лишь только после этого происходит то, что посетители сети называют чрезмерно жестким задержанием. Оно было чрезмерно жестким, и вообще, как вы к этому относитесь? Закон есть закон, ну что делать? И я смотрел полную версию, да? Да, я тоже, и ту, и другую. Нет, ну вот вы послали мне, я смотрел полную версию, да? Потому что вы смотрели версию, которую выложила полиция, пресс-служба полиции Израиля. Потому что это очень важно, потому что она тоже не полная. Так, уточните. Это очень важно. Это вот тут как бы самый главный ключик находится. Почему? Потому что просто я в двух словах ролик начинается с того, что значит показывается нагрудная камера полицейского, которая фотографирует эту женщину. То есть он уже ей говорит: я прошу вас пройти со мной это сам. А сначала он дал ей маску, потому что она была без маски. Сначала он дал ей маску. Потом говорит, значит, она ее не хочет надевать дальше. Он говорит, поскольку вы были без маски, я должен вам выписать штраф. Значит, пройдемте со мной, вот тут рядышком у нас есть отделение, значит, наше маленькое как бы подотделение полиции, значит, там я вам выпишу штраф. То есть отсюда можно сделать вывод, опять-таки только вывод, что, видимо, вот этих вот самих штрафов, ну, которые выписывают, с собой у него не было. И возникает вопрос тоже, почему? Потому что на сегодняшний день ведь у полицейских есть такие полномочия. Во-первых, это действительно указание правительства. Правительство как бы полицию 100% из СМИХа, то есть дало ей полномочия штрафовать людей, которые находятся в общественных местах без средств защиты. То есть, прежде всего, первое, что это маска. Допустим, перчатки можно еще спорить. Но маска это как бы на сегодняшний день в Израиле обязательно она была на рынке Махане Иуда. То есть вот это вот как бы считается общественное место. То есть это не улица открытая. Это действительно какое-то вот это самое пространство. Хоть оно и на улице находится, но тем не менее это считается общественное место. И она была без маски. И значит она отказывалась пройти. Теперь почему я сказал очень важно? Почему? Потому что что говорит закон по отношению к полицейским? Если полицейский считает, что человек нарушает преступление, а на сегодняшний день не ношение маски это действительно является правонарушение, и это в полномочии полиции выписать в данном случае штраф 200 шекелей за не ношение маски. Значит, первое, что делает полицейский, значит, пожалуйста, представьтесь. Если человек говорит, я не могу представиться, у меня ничего нету, вот только тогда полицейский имеет право ляакев, то есть задержать человека максимум до 3 часов для того, чтобы припроводить его летаханата Миштаран в полицейское отделение и там убедиться, что он это он действительно, потому что первое, с чего начинает полицейский, это установление личности. Это самое главное. И только в этом случае лифип кудат Миштара, то есть по закону о полиции, полиция имеет право задержать до 3 часов или там в исключительных случаях до 6 часов с разрешения старшего очень офицера. Значит, то опять-таки только для выяснения личности данного человека. Значит, в данном случае ролик начинается уже как бы с имута, то есть как бы вот у них уже как бы терки. Противостояние. Противостояние, да, я прошу прощения, противостояние началось. И мы не знаем, просили ли они представиться ее, отказалась ли она представиться, предоставила она ли свое удостоверение личности им. То есть этого тоже не хватает, поэтому я не могу сказать, было ли, допустим, задержание и куфы законные или незаконные. В конце концов, они ее заковали в наручники, и, видимо, ну, дальше уже ролик обрывается, но, видимо, таки, да, дотащили ее там 100-150 метров до отделения для того, чтобы там, значит, видимо, выписать ей штраф. Но кому выписать штраф? Они же должны знать, кому выписать. У меня вопрос. Эта женщина, там можно сразу соглашаться или не соглашаться с тем, что
заслуживала она задержания, не заслуживала, но она не совершила как бы особо опасного для окружающих деяния. Нет, не так. Она не покушалась на чью-то жизнь. Нет, не так. Она не представляла угрозу. Все верно. Значит, да, действительно, и тем не менее... Я не спорю, я просто пытаюсь разобраться. Да, все нормально, все нормально, все нормально. В споре рождается истина всегда. Дело в том, что на сегодняшний день действительно есть указания правительства по отношению к полиции, хотя даже более того, муниципальных инспекторов дать им такое полномочие. Но вот пока как-то немножко... Ну, местные власти пока что отказываются это делать. Потому что проблема юридическая. Опять совершенно да? верно. Вот. Но, значит, уж у полиции 100% есть такие полномочия. И действительно, государство говорит, мы боремся с пандемией, вот с этим вот с коронавирусом. И мы даем указание, мы, значит, получаем указание от Министерства здравоохранения, что все люди должны ходить в средствах защиты, а уж в масках обязательно. И тот, кто не исполняет это, значит, это нарушение, это правонарушение. У нас ведь в Израиле трехступенчатое, как бы, правонарушение, преступление и преступление. Да? Так вот это вот правонарушение, согласно которому на сегодняшний день, согласно указаниям решения правительства, полиция имеет право дать штраф до там, 200 шекелей. Все нормально. А до на сегодня, то есть до этого все нормально. Вопрос возникает, просили ли они у нее удостоверение личности и отказалась ли она представиться. Она не может сказать... Ну, это процедура задержания. Это самое главное. Я понимаю, но это как бы вопрос, если там ее, она наймет адвоката, и он захочет судиться с полицией, тогда это понятно самое главное. На этом дела падали. Я не сомневаюсь в этом. У меня к вам вопрос такой. Вы упомянули по поводу того, что ношение маски обязательно в общественном месте. А у нас закон регламентирует понятие «общественное место». Ух, конечно, да. Конечно, да. Общественное место – это место, где есть действительно много, много скопления людей, да, и ткалютан, и скопления людей. Безусловно, и уж рынок, а уж тем более рынок Махане-Иуда – это, ну, вне всякого сомнения, является общественное место. Да, трудно спорить, допустим, на берегу моря, по вот это вот таелит, ну, вот это вот прохожая, да. Как бы, вот, да, часть, общественное место или не общественное место, тут как бы вот, не знаю, поэтому там они и не ходят, они просто ходят, пугают, но штрафы не выписывают там. Вот, по крайней мере, за неношение масок, да. Вот. А общественное место – это место, где есть массовое скопление людей. Массовое – это там 3-4, не более. Еще один вопрос, который вызвал достаточно яростные споры в социальных сетях, где сидят преимущественно не юристы, во всяком случае. И рассуждают люди просто на эмоциях и логически, как им кажется. Вопрос этот связан, скажем так, с избирательностью карательных органов. Я сейчас ехал в студию беседовать с вами, шел по улице, это практически центр Тель-Авива, где, ну, десятки людей шли мне навстречу без масок. Я сейчас не спорю о том, хорошо это или плохо, конечно, наверное, это плохо, безусловно. Вот. Мимо проезжала полиция, она не останавливалась, не задерживала этих людей, не штрафовала их. И возникает вопрос, а тут у нас еще разразился скандал с тем, что зам генерального директора Министерства здравоохранения, тот самый человек, который призывал нас всех строго-строго соблюдать карантин, оказывается, выдал разрешение богатому человеку, приехавшему сюда, несмотря на то, что он обязан был оставаться в карантине, этот он его освободил от этого карантина, и у людей возникает вопрос, а как же так? Вот женщина, она попалась там на рынке, ее задержали, оштрафовали, причем жестко и показательно, скажем так. А в остальных случаях, ну, не во всех, конечно, полиция на это закрывает глаза. А как с этим быть тогда? Никак. Никак. Вот так оно есть, так оно и... Да нет, ну, конечно, нет. Ну, а как, допустим, если тысячу раз мы видим, допустим, да, до пандемии у нас такая была, очень часто говорили про велосипеды, да, электровелосипеды, да. Дети ездят на электровелосипедах. Сначала вообще не знали, как с этим это самое, как с этим, как это переваривать, а когда это стало массово и уже начало сильно как бы напрягать всех, ну, начали об этом серьезно говорить и дали опять-таки указание полиции штрафовать. Почему? Потому что считается, что это рехев, то есть это машина для полностью, да, соответствующая куда-то тавура, то есть закону о дорожном движении.
И тем не менее, мы часто видим, едет полиция, ее объезжает какой-нибудь там велосипедист, на полный красный дует вперед, полицейский даже не обращает на него внимания, ему тут же подъезжают, допустим, сбоку, говорят, ты что? Он говорит, а я не ГАИ, я не дорожная полиция, что я буду делать? Ну, тут возникает вопрос, действительно, очень часто полиция, то есть мы видим полицию, это такой единый орган, но она же делится, есть следователи, есть, допустим, дорожная полиция, есть люди, которые непосредственно... Ну, это понятно, да. Я не просто так задал этот вопрос, я имею в виду просто со стороны, что называется, процедуры. Если завтра появится видеосъемка со стороны этого инцидента вот на рынке, и эта съемка покажет, что рядом шли люди тоже без маски, тогда у этой женщины возникает очень серьезный, аргумент защиты, который называется ахифабарарани, то есть вот селективное наказание, то, что вы правильно сказали. Попросту, простым русским языком, она скажет, а я что, рыжая, что ли? То есть это довод в суде, скажем так. Неизвестно, как отнесется к этому суд, но это абсолютно. Довод. Более того, это анамикдами, то есть это утверждение, которое можно сразу же, как только вот открывается, допустим, там расследование, она сразу может сказать, почему вот этого не остановили, почему меня остановили? Потому что я женщина, потому что у меня кофта красная была, или потому что я несла, допустим, там огурцы, а не помидоры. У меня к вам последний вопрос. Ваше личное отношение к тому, вообще к тем мерам, которые принято называть... карантинным надзором, как у нас вот так это выражается. Как известно, когда у нас начался карантин, в его чине принимались разные решения правительственные – штрафовать, ограничивать свободы людей и так далее. Сомнительность их законности всегда вызывала, были споры по этому поводу, и в связи с этим было принято решение принять специальный так называемый закон о карантине, в который ввести весь этот свод правил, который был до сих пор. И вот этот пока что еще законопроект о карантине вызвал достаточно жесткие споры у нас в обществе, и даже несмотря на карантин, были многотысячные даже демонстрации в центре Тель-Авива по этому поводу, где люди возражали, считали, что это ущемление их прав и свобод под прикрытием эпидемии. Ваше отношение к этому? Ну, надо читать уже закон, который та версия, которая будет считаться будет как окончательная. Не окончательная, а ацаат хок, то есть предложение о законе, оно тоже печатается для того, чтобы не только члены парламента, но и все граждане это видели. Пока мы этого не видели. Но я с самого начала был солидарен абсолютно с этими людьми. Абсолютно. Почему? Потому что соблазн великий под карантин подогнать все, что угодно. И мы даже помним, что были обращения в Верховный суд, в БАГАЦ, против одностороннего решения правительства без надзора Кнессета принять законы, допустим, которые разрешали полиции отслеживать людей, которые, допустим... Использовать средства Шабака, контрразведки наши. Да, абсолютно, там электронные какие-то. И совершенно верно, Верховный суд однозначно сказал, что вот это мы вам разрешаем, это пересмотрите, а это на усмотрение, допустим, правительства. Почему на тот момент это так ярко было? Потому что тут там вообще было в самом начале, никто ничего не знал, все были напуганы, а тут правительство под шумок говорит, что чуть ли не со спутника мы будем отслеживать вас с помощью ваших телефонов, и сами же все мы побежали и сняли все эти аппликации. Да, пожалуйста, смотрите за нами, мы здесь. Да? Нам нечего скрывать, говорили все, да? Вот. Кстати, я помню, что вы сказали, вы не сняли эту аппликацию. Нет. Да. Значит, смотрите, мое отношение очень настороженное. Я вообще не люблю таких вот резких движений, особенно в законе. По отношению к закону. Закон должен, это законотворческая деятельность, она должна очень долго выкристаллизоваться. Смотрите, как мы говорим по поводу вакцины, да? Почему ведь врачи не спешат? Они спешат, они стараются, но говорят, что у нас, во-первых, там мы должны пройти раз, два, три, а потом, сделать испытание, а потом сделать это. Это ведь не просто так делается. То же самое и к закону. Нельзя делать закон, то, что называется бамирут базак, то есть трам-бам, сегодня подумали, завтра напечатали... По мановению волшебной палочки. Да, то есть, да, законотворческая деятельность, надо лицо дьюнцы бури, то есть надо дать возможность обществу выразить свое мнение. Правительство увидело, что люди выходят на демонстрации, то есть люди протестуют, надо понять, почему, что их конкретно задевает. Обсудить это, получить мнение академии юридическое, изучить мнение мирового сообщества, скажем так, фразами такими я бросаюсь, но тем не менее изучить практику.
То есть не нужно делать, не нужно ломать палки и не нужно делать, набивать шишки самим себе. Это не первый раз случается. Были страны, которые прошли уже вот эту пандемию. Да, тем более, что шишки набиваем мы, а не власти. На нас! Да. Да, на нас, совершенно верно. Хорошо, на этом все. Я боюсь, правда, что нам еще не раз придется возвращаться к этим темам, потому что пока что, к сожалению, эпидемия не стихает, а наоборот набирает обороты. Все, до свидания. Напомню, что со мной в студии был адвокат Илья Вайсберг.